дождь, шум, мы плохо слышались вот с этой крыши людей, там двое детей было. Мы плохо перекидывали веревками вещи теплые. Бабушка парализованная, мама молодая с трехмесячным ребенком, муж ее и еще один парень, их там 5 человек. Они последний звонок был, они сказали, у нас 5 сантиметров до потолка воды не хватает, это консервный переулок. Мы на шифонерах лежим и не знаем, как отсюда выбраться, все. У меня мамочка погибла, утонула моя родная. Соседочка моя, вот хата накрылась медным тазом, и соседочка умерла, там утонула.